Жители микрорайона ТЭЦ-3 пришли в храм на похороны 4-летней Полины. В пятницу вечером брат девочки, которому недавно исполнилось 7 лет, катал сестренку на велосипеде. Она упала с багажника. В это время на малышку совершила наезд иномарка. От полученных травм девочка умерла на месте, еще до приезда скорой. Говорят, дети выезжали со школьного городка. Он увидал их за 3 метра, как ехал оттуда, ехал прямо оттуда ехал. Он мог уйти свободно в забор, хотя врезаться куда угодно, а он сшибает ребенка на свет. Дорога небольшая, гоняют, да, тут целые гонки получаются. Там ночью даже спать невозможно, летают. Видя ту дорогу, где произошло ДТП, сложно вообразить, как могла произойти такая страшная трагедия. Очевидцы утверждают, что автомобиль двигался на высокой скорости. По этой вот улице мы едем 5 километров в час. У нас тормозной путь 0,5 метра. Если человек ударил девочку, и она погибла с одного удара, он после этого проехал 12 метров, это означает очень простую вещь. Каждый, кто, что называется, водил когда-то машину, понимает, что такое автомобиль, понимает, что такое езда и что такое дорожная обстановка, не нуждается ни в каких комментариях. Ребенок погиб практически на глазах у матери. Местные жители отчасти винят в произошедшем городские власти. На этой небольшой дороге нет ни освещения, ни предупреждающих знаков, хотя поблизости расположены детский сад и школа. В любом случае ребенка уже не вернешь, поэтому родителям нужно впредь внимательнее следить за тем, где находится чадо, а водителям помнить о том, что скорость убивает всегда. Любовь Почельникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.